Ну, профессионалы говорят, надо приостановиться и ехать в Египет отдыхать. Конечно, это повлияет на туристический поток в Египте. И, конечно, Египет не получит огромные суммы денег в бюджет, и бизнес Египта чуть-чуть станет хуже, да, чуть-чуть я возьму в кавычках. Я думаю, что на многие порядки миллионов долларов, конечно, египетский туристический бизнес недополучит. Они хорошо за последние годы создали туристическую инфраструктуру, но, увы, политические вопросы перехлестывают бизнес, в данном случае в Египте. Им надо как можно быстрее, это не совет, а просто мнение профессионала, как можно быстрее, конечно, устанавливать стабильную власть в Египте, договариваться, избирать, и тогда опять финансовые потоки потекут к ним по туристической линии.